Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 987. С вами Лицемер, Лунатик, Фанатик, Еретик, а проще Нефрит. Ну и сегодня мы продолжаем прохождение Горький 17. Да, давно меня не было тут. Давно я видео не записывал, просто, сами понимаете, праздники. Да еще у меня тут систему взломали, потом аккаунт взломали. Короче, вот так. Это бардак. Пока я все восстановил. Вот, сейчас я добрался, все-таки начал, снова будем писать видео. Хотя еще снова еще одну буду систему ставить. Я сделал тут, как говорится, образ системы слепок. И хочу вот протестировать ее, поставив на второй еще жесткий еще одну операционку и запихнув туда вот этот слепок. Что получится. Ну и, кстати, не забываем ставить любо тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данным видео. И вступайте в наши две группы, в наши 90-е и ПК-59. ПК-59 только для жителей Перми. Так, ну вот здесь, видать. Да, мы же люлей дали этим. Пиндосам. Пиндосярам дали люлей. Осторожней! Если закончатся патроны, будем драться кулаками и ножами. Замечательно! Глядишь, дойдет и до того, что я буду этих тварей зубами разжевывать. Иметь, а ты кто еще такой? Сестрица, блядь. Аленушка, да, это братья Иванушки. И она там пчикает. Орликина, блин. Так, ребят. Первый. Ты идешь жарить его. Ты что, жарить? Ага. Это у нас не получится, да? Кластером машиндарахи. Ну, тогда пожарим. Нормально так. Я уже этих падал, я не понимаю, что это такое пока. Так, все, говори его. Блядь, у тебя ракетка-то какая. Че, двух смогу покалечить. Валя, лежит пина. Так, сейчас скопутится. Уже. Точно. Пусть мы такие идут на маяк. Я же забыл про маячок, это самое главное. Там еще один облекинул. Вот ты же! Давай этот раз еще гранатку им. Тяжелая броня еще, блин. Звук мне очень не нравится.
получите замороженное. Пока не знаешь, лучше что-нибудь творить с этими гадами. Ой, я же юг-то не сходил ничего. Про юг я здесь забыл. Глушалка на тебя не действует? Не, глушалка вот эта. Шоковая. Глушалка-то действует. Да идет. Хорошо. Прям хорошо. Где там уже блясти? Да, точно же. На них на этих гадах уже не здесь у них. Это не стало.
пошли. Микола тоже свали-ка. Люка сейчас будет стрелять. Нормально. Нормалял. Его оглушат, я в твою месть. А давай-ка я топориком на. Один голос, блядь. Тоже не сможем, зря подошел. Полный трешак. Да, на нас оглушалка не несет. Хорошо. Зато мы сейчас этого Леркина оглушим. За отвратительный уродец. Ну прямо как Ви. Надеюсь, их создатели понесут заслуженное наказание. Да любого мало будет за такие эксперименты. Ох, не знал, черт, зачем в печку полез. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Вот это уже печаль. Ну хоть заморозить, смотри. Давай-ка мы
солнце достану. То еще как юбка у нас тут начнет шмалять. А юбка начнет. Бутылок нет, что ли? Давайте проверим, насколько он горит. А, ну, у нас юг его подождет в следующий ход. Давай-ка, Микола. Шериф, блядь. Это тебе кастрация. Блядь, прокашлялся, сука. Так буду пить сейчас. Да заморожено было его больше урона наносило. Один ход все-таки он сделал. Селиванова сейчас будем болен. Ух ты, он еще раз стреляет. Угу, подразумевает. Шериф не нравится, да? Сейчас немножечко кину. Давай, Селена, Фомка его, охуеть. Все, без рошерик, не кашли. Какой только херни тут нету. Ну, это еще кто-то зарычал. Вообще неплохо. Так, у меня еще пока нечем ее стрелять там.
для Тараса. Сто хупых, хуя себе, хорошая штука. Приходили, вопрос. Теперь я могу открыть. Еще один огнемет. Это, конечно, вообще супер. Кому же мы дадим тогда огнемет? Она поджигатель еще. Поджигателем станет. Ой, что, ему могут передавать? Ой, я даже не знал. Он открылся. Давай с ним аптечками поделимся. Что, нельзя? Странно. Зачем мы его открывали? Коли действовать все равно нельзя. А, мы же хотели Микола этот похавать немножко. Пластыри. Всем по пластыри. У всех жизнь вообще налаживается. Так.
походу, я понял, куда надо идти. Да, как мне туда попасть? Дорогие не зачнутся, вот зачем. Она мне тут. Так они, блядь, выломать не могут. У них вон, блядь, сколько оружия. Тут он юка может топориком натюхать и все на. Ну, походу, делаем сюда. Ворота отворились. Блядь, надо засейвиться. Подозрительная местность. Че, внизу вообще ничего нет, что ли? Что, блядь, на лестницу? Такая как ловушка сделана, блядь. Я же говорил. О, блядь. Эти твари плодятся как кролики. Да вообще. Огонь! Микола, для моих ушей такой приказ. Шо музыка? Так. Они пока на линии стоят. Блять, не Миколай же. Сука. Микола. Давайте-ка, ребята, переиграем. Эти твари были. Юка, вот ты должен идти сюда. Готовим нашу пушку. Да. Они вообще все защищены, блядь. Да, смысл уже не переигрывать, нет никого. Бля, хуйня. Это все защита. Что вы за отморозки, блядь, за такие? Отморозки я не заморозил, блядь. Но мы-то хитрый способ сейчас сделаем. Ой, мы же будем их бить. Ох, блядь. Ух ты, я тебя еще напрямую коньки кинулся.
всех отравить нахер. Есть. Отравление на вас действует. Это уже плюс. Пойдем вышку глушить. Да. Это полный трэш теперь. Почему я не могу пользоваться? Полюбасу горишь, блин. Я сейчас нахуй понажимаю. Все бушки получите. Как я могу под него подстроиться, блин, падла. Чтоб из бластера пошмальнуть.
как стрельнуть в эту панель. Обратно в огонь зашел. Молодец. Должен же я испытать свой бластер. Работает на них, а не меня. Хорошего там дали. Как обычно, не могу за Селиванова ничего взять. Надо забрать их немного.
думаю, что их еще жарить теперь. Надо, главное, наверное, есть. Маякнуть может. Ну, давай. О, пистолет еще дадим себе. Наверное, стрелять из этого умеют. Нет, ловушку ставить, стрелять. Больше от нее толку-то нет. Ну и, ребят, на сегодня, думаю, это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright1987. С вами был Неф. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Ну и, конечно же, оставляйте ваш комментарий по данному видео. Ну и вступайте в нашу группу Наши 90 и ПК-59. Всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.